Телец. Сильные стороны. Первое. Терпение и настойчивость. Тельцы обладают терпением и настойчивостью, которые помогают им достигать своих целей. Они не сдаются легко и всегда продолжают двигаться вперед, даже если сталкиваются с препятствиями. Второе. Чувство стиля и вкуса. Тельцы обычно имеют хороший вкус и чувство стиля, что помогает им выглядеть привлекательно и элегантно. Они знают, как подобрать правильную одежду и аксессуары, чтобы выглядеть идеально. Третье. Устойчивость к стрессу. Тельцы имеют сильную нервную систему и способны справляться со стрессом лучше, чем многие другие знаки зодиака. Они умеют сохранять спокойствие в сложных ситуациях и находить решение проблем. Четвертое. Надежность и верность. Тельцы очень надежны и верны своим друзьям и близким. Они всегда готовы помочь и поддержать тех, кто нуждается в их помощи. Пятое. Умение ценить красоту. Тельцы любят красоту во всех ее проявлениях, от природы до искусства. Они могут наслаждаться красивыми пейзажами, музыкой, искусством и другими вещами, которые приносят им удовольствие. Шестое. Хорошая интуиция. Тельцы часто обладают хорошей интуицией, которая помогает им принимать правильные решения. Они способны чувствовать эмоции других людей и понимать, как действовать в различных ситуациях. Седьмое. Трудолюбие. Тельцы трудолюбивы и готовы работать усердно для достижения своих целей. Они часто добиваются успеха благодаря своей настойчивости и упорству. Восьмое. Умение наслаждаться жизнью. Тельцы умеют наслаждаться жизнью и получать удовольствие от простых вещей, таких как вкусная еда, хорошая музыка или красивые пейзажи. Они умеют находить радость в мелочах и наслаждаться каждым моментом жизни. Девятое. Умение слушать и понимать. Тельцы прекрасно умеют слушать других людей и понимать их точку зрения. Они готовы выслушать все мнения и принять решение, которое будет наиболее подходящим для всех участников. Десятое. Умение создавать уют. Тельцы способны создавать уютную атмосферу в любом месте, где они находятся. Они знают, какие вещи и предметы могут сделать пространство более комфортным и приятным.